В Артеме определены подрядчики, которые проведут ремонт дорожного полотна нескольких внутриквартальных проездов. С наступлением устойчивых положительных температур бригады приступят к работам по ремонту дорожного полотна внутриквартальных проездов от дома номер 13 по улице Севастопольская до дома номер 2 по улице Симферопольская, от улицы Чапаева между домами номер 6 и номер 8 к жилому дому номер 3, улица Уссурийская, и между домами номер 3 и 6 по улице Уссурийская. Дорожные бригады также зайдут и на внутриквартальный проезд от улицы Первая Рабочая до дома номер 35, до улицы Поисковой и внутриквартальных проездов от улицы Первая Рабочая до дома номер 31, до Первой Рабочей номер 29. Завершить ремонт на этих объектах должны в июне. Напомним, что в общей сложности в 2022 году в порядок приведут внутриквартальные проезды протяженностью почти 1,5 километра. На эти цели направят средства субсидий регионального бюджета. Всего за счет краевых субсидий запланировано отремонтировать свыше 6,5 километров дорог.